Ребята, значит, утром я не договорил, еще какие минусы у этого холодильника, ребята. Бывает, что когда его закроешь, его без, так сказать, ну, женщина не сможет открыть. Без мужской силы его не открыть. Мне даже вот что пришлось... Этот скотч двойной наклеить тут, чтобы... Значит, что она вытворяет? Я его закрываю, да, вот смотрите, вот сейчас на уровне вот эти, вот смотрите, вот на уровне, видите, да? Она такой силой прижимается, что аж вот сюда вот это место, вот это место вот сюда приходит. То есть, вот эту резину всю она за это самует. Потом, естественно, дожили до того, что вот отсюда нож втыкали. Ребенок увидела... И сейчас она вот чучело приготовила себе. На, иди, покушай, иди. Короче, поняли, да, ребята? То есть, какой-то вакуум происходит там, короче. Происходит вакуум. Я не знаю, от чего это зависит. Когда как он хочет, понимаете, да? Когда он создает вакуум, когда он не создает. Короче говоря... С этим холодильником, я вам скажу, сплошные проблемы. Потом ножом сую. Вот так, дай нож. Дана. Вот смотрите. Пока я вот эту не наклеил, да, чтобы воздух оттуда брал. Вот так засуну, вот так открою. И отсюда такой всасывает, такой... И открывается, поняли, да? То есть какая-то фигня, короче, какая-то непонятная гравитация с ним. Сейчас, утром, кто смотрел видос, ребятушки, да, видели, что здесь стояла вода, вот на этом желобчике, вот желобчик, конденсат капает, и кто-то сказал, что ширялку убери оттуда, потому что она типа этот, не дает воде проходить. Вот видите отверстие рядом, слева и справа. Она, то есть, не мешает. Как раз вот эта ширялка, или как она называется, из-за того здесь торчит, чтобы петрушка, там, я не знаю, тараканчики и т.д. не пролазили туда. Поняли, да? Вот такие вот пироги, короче. Утром стояла вода. Там никак шланг не проходил. А вот сейчас посмотрите. Я вам что говорю, что там каким-то образом, вот этот магистраль морозит, блин. И я один раз пробовал проволокой, ребята, проволокой, этот лед протащить. Если я переборщил бы, да, я где-нибудь эту трубку проткнул бы. Потому что лед в трубке, вот представьте, здесь лед, представьте, в трубке. Нажимайте сверху проволокой. Она куда-нибудь воткнется и наделает делов. Короче говоря. А сейчас вот смотрите. С утра, значит, разморозили холодильник. Смотрите. Вот, пожалуйста. Вот. Она до конца. Я даже фартук сейчас не буду снимать. Сейчас буду дуть отсюда. И вот послушайте сюда. Видите, да? Звук отсюда уже. Значит, мороз, короче, убрался с трубки. И все, пожалуйста. Вот такие пироги, ребята. Так что, здесь ничего ни при чем. Просто вот холодильник дурацкий и все. Вот почему он, вот этот шланг, который изнутри стоит, почему он должен морозиться, если холодильник хороший, вы мне скажите. Кто-то написал, что у меня 10 лет, а 14 работает. Да, будет он работать, но мозги сколько он делает? Пока не разморозишь, да? Вот сюда вода течет, блин, потом переходит. Короче говоря, надо покупать только и только сухой, короче, то есть полусухой. Без этих вот дурацких спиралек. Поняли, да, ребятушки? Вот такие вот пироги, короче. Еще с утра я объяснял, что неудобно то, что
не регулируется по отдельности. И еще один огромный минус, ребята, ниже 10 градусов, ниже 10 градусов, ниже плюс 10 градусов не делается здесь температура. Понимаете, да? Здесь у меня как-то сосед попросил за это самого холодец. И холодец, извините меня, завоняло тут. Хотя у нас было на максимуме. Поняли, да? На максимуме было. Все вот огни горели. Но фигня, блин. Фигня, фигня, я вам скажу. Все, короче, вот такие вот пироги. Вот так вот. Ну что, сейчас включим. И за это самое. Где у нас включалка? Вот у нас включалка. Раз. Включили. Сейчас включим. Так-с. Такие вот пироги, ребят. Так что, ну не знаю. Вам решать, но я не советую. Советую. Ага. Вот смотрите, видите, он включился, когда свет отключается и приходит потом, на среднюю включается. А я его раз и два. То есть по полной включаю. По полной. Такие вот пироги, короче, ребята. Вот такие вот пироги. Я не знаю. Короче, фигня это все. Сейчас испарение пойдет сзади, ребята, то, что она освободилась от льда. И что самое главное, еще, естественно, то часть, которая видна над миской, да, которая над моторчиком стоит, там же он в воздухе же не будет морозить. Где-то там внутри морозит, короче, на полдороги где-то. Вот такие пироги, короче. Так что фигня это все. Ну давайте, ребятушки, всем пока-пока и т.д. и т.п. Не надо покупать вот таких дурацких холодильников, как у меня. Вот так вот. Кто помнит? Все помнят. Я тоже помню. Вот так вот.